Кратенький обзор часов Skimmel. Какие у них недостатки? Сейчас быстренько расскажу. Во-первых, это очень громадные размеры. Вот часики, очень громадные размеры. Вот сравниваю я с мужскими, и то считаю небольшие. Вот посмотрите разницу. Вот. А толщина вообще громадная. Постоянно приходится рукава расстегивать. Запихивать их туда. Вот недостаток очень большой. Второй, самый, я считаю, недостаток. Это у них нет подсветки. Вечером вообще не видно. Надо как-то доставать, не знаю, то ли фонарь с собой носить, телефон включать, чтобы посмотреть, сколько время. Как это часы сделали без подсветки, спортивные часы. Днем на солнышке тоже их не видно. Так, дальше. Вот посмотрите, у них секундомер одинаковый размер вместе с часами и с минутными цифрами. Тоже очень неудобно. Приходится разглядывать, где чего. Вот у них такие недостатки.